Давай. А сейчас, да, вот сейчас меня потянуло. Максим, а ты про кого смотришь там? Животных. А, про животных. Как круто. Слушай, а что ты хочешь дедушке показать? Папа, альхой. Пожалуйста. Это что там у тебя? Вот так. Это очки. А, это ты кино смотришь? Мультфильмы на месте. Это очки виртуальной реальности. Нет. 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 Н
вообще-то это не то, это же сказок. Я тоже мечтала попугайчика. Помнишь, я писала? Да, такая. Были там желтые, у нас такие. Да. Кстати, нет, попугай. Речи говорили, ручные они, ручные. А речные. Но только они когда заплеваются. Лучше не открывать, иначе они вылетят. Я сейчас тихонечко просто сделаю, будет они бояться. Ой, мои хорошенькие. Ну, кстати, они могут быть и даже малыши с папой. Это круто. Круто, да? Они боятся, да. В общем, дайте им время привыкнуть, а потом их даже можно научить разговаривать. Но они разговаривают только если один попугай, если их разъединить. Выйди! Сейчас пока мушку не надо. Кормушку хоть сюда. Зима. А кто? А кто? Ты что? Что творится вообще? Нет! Что это такое? Что это сделаешь? Что это сделаешь? Что ты сделал? Выйди! Тишина, нужно несколько минут. А это что? Это? Что ты там делаешь, дочка? Перезаю. Как круто. Банан, клубника, сахар, молоко, мороженое.
кому-то не хватит. Лена, она не хочет. Вот это ты выбрала? Белого. Ветки, вот это выбрала? Да. Я хочу белого. Нет! Выйди! Давай палочку. Мама, а как когда эту белую запустить? Тут ничего нет. Она будет белая. Сена! Потом купим сюда попить, кормушку купим и палочку. А так она будет голодная, ладно? Завтра... И вот это мыло такое. Я мама, завтра... Мам, а смотрим друг на друга, как влюбленные белочки такие. Мама, мне кажется, что Северина ее целует. Наверное. Давай я попробую взять Белоснежку. И я хочу. А ты откроешь. Или я передам? Вот так вот, ручки готов. Я взяла, он спокойный. Да, проверим. Я еще готов взяла. Мам, так не за голову. Ну это тихонько. Нежно, а это вообще прям как шипчик. Вот так. Да, Макс, не понял, зачем ты так делаешь. Они как зайчики. Мам, лучше то тоже так не делай. Ай! Нет, он тоже больно кусает. Если он не хочет, он тоже больно кусает. Мама! Да, больно кусает. Мама! Дай мне кусать! Мама! Они кусают, Ксюш. Мама, отпусти его в клетку! Тихо! Давайте. Мама, так нельзя! Да они больно кусают, Ксюш, давай мы не будем их трогать. Они реально очень больно кусают. Мама, вообще царапина! Где? Царапины нет, но они кусают больно. Ну, видишь, даже пилочка отвалилась. Настолько сильно. Так нельзя! Когда он молодец. Сейчас, а ты тоже будешь собирать?
мы что, сами сделаем чай? Да? Да, с корешками только не выдергиваете. Сверху листочки только. Мы не будем с этим. О, Максим так делает. Пап, очень много не надо, очень много не надо. Мы чуть-чуть. Пойдем. Ну, может, мама, ну и что, бутылку какую-то засунем? Мама, вон. А, серьезно, ты дудел? Так ты можешь научить дудеть? Я так понял, что нужно как будто бы плеваться вот так. Как будто бы семечки надо плевать. Где вы были? На холмах. За травой ходили? А... Спасибо.